Добрый день! В этом видео я покажу реконструкцию сборки кубика 3×3. Это моя лучшая попытка на данный момент. Я больше года не улучшал сингл в данной дисциплине. Прошлая рекордная сборка была 2 января 2020 года, это же 25 февраля 2021. Кубик MS Куб MS3 V1, здесь не будет его обзора, но именно на нем я сделал свою лучшую сборку в процессе тестирования, а также обновил сотку по среднему времени, которое теперь менее 15 секунд. Время этой сборки 10,18, что на 3 сотых лучше предыдущей. Скрамбл вы видите на экране, также он будет в описании, и сейчас я медленно сам кубик заскрамблю. L2, B2, D2. L2, B2, D2, F2, R, F2, L2, U, F2, D, L2, B, U, L2, D, L, U2. Вы можете проверить, чтобы кубик у вас был такой же, как у меня. И прежде чем посмотреть дальше мою реконструкцию, я рекомендую поставить видео на паузу и собрать самостоятельно на время. Ну и при желании напишите свой результат в комментариях. Я обычно собираю с белого креста, и поэтому во всех своих сборках чаще всего сначала делаю X2, чтобы обратить белый центр вниз. А дальше смотрю, есть ли что интересное. Y-штрих я сделал в этой сборке и увидел, что оранжевый ус и красный стоят напротив друг друга, а между ними еще зеленый, а синий ус как-то так удобно располагается. Посмотрев на все это, я сделал движение F, чтобы освободить нижний слой, переместил движением D-штрих синий ус назад, опустил правую и левую грань, движение R-штрих, L, ну и следом зеленую, движением F2. Довернув нижнюю грань движением D-штрих, я получил правильный крест. Никакого X-кросса, ничего здесь нет. Это была рядовая сборка из многих, поэтому я делал ее расслабленно, не спеша, и после того, как собрал крест, ничего не просчитал и сразу вот здесь вот ничего не заметил. Поэтому я сделал движение U2, чтобы увидеть какие-то элементы первых двух слоев. И мне в глаза бросились вот эти, бело-зелено-оранжевые. Угол, ребро. Несмотря на то, что я сделал движение U2, мне пришлось отменить половину его, сделав U-штрих, чтобы собрать вот эту бело-зелено-оранжевую пару. Далее сделал R-штрих, U2, R. Пара бело-зелено-оранжевая собралась. И в левый слот движениями L-штрих, U, L я поставил ее на место. Опять здесь ничего не было видно. Сделав перехват Y, я заметил бело-сине-оранжевую пару. В три хода она ставилась в этот слот. L-штрих, U, L. И сразу обнаруживается бело-сине-красная пара, которая также в три хода, но можно поставить в правый слот без всяких перехватов. R, U-штрих, R-штрих. Далее приходится мне сделать перехват, и здесь я замечаю бело-зелено-красную пару. Ребро стоит на месте, уголок стоит здесь. Стандартное решение R, U-штрих, R-штрих собирает нам пару и загоняю через двойное движение U2, R, U-штрих, R-штрих. И получаем галстук. Для тех, кто разбирается, можно сразу понять, что он скиповый. Делаем стандартный алгоритм F, R, U-штрих, R-штрих, U-штрих, R, U, R-штрих, F-штрих. Ну и доворот U. После чего кубик собран. Во время самой сборки я делаю все движения очень не спеша, и здесь очевидно, что можно было собрать минимум секунду на 3 быстрее. По крайней мере мне. Так как в такую развалочку я выполнял эти движения. Получилось всего лишь 37 ходов, учитывая, что в начале там было U2 и отменялось U-штрих. Время 10,18, количество ходов в секунду, ТПС 3,63. Можно было лучше, и очень обидный не саб 10 случился. Но тоже неплохо,
хоть на 0,03, но время улучшил. Надеюсь, следующее видео будет раньше, чем через год. А вы пишите свои результаты в комментариях, будет интересно посмотреть. А по поводу этого кубика будет отдельное видео. Сейчас он еще тестируется, пока 600 сборок, после 1000 выпущу анбоксинг. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.